8 утра, вот, начался процесс копания нашего водоема. Вот, запущены два грузовичка и экскаватор, 1,3 куба. Вот. Как вы видите, мы разметили границы. Вот, и сейчас снимаем верхний плодородный слой, 15 сантиметров. По проекту он у нас будет отвален шириной 10 метров и 10 метров от пруда. Третий день копания. Вот, 8 утра. Вот, как видите, уже есть на что посмотреть. Вырыт котлованчик. Вот, глубина 1 метр снята. Вот, и копается первый слой с уклоном 2 к 1. 2 к 1 это 2 метра на 1. Вот. Следующие слои будем копать в мелководной зоне под таким же уклоном, а в глубоководной оставим порожек метр и пойдем 1 к 1. Вот. Потом опять порожек и опять 1 к 1. Вот. И по идее здесь мы выйдем на глубину до 9 метров. Вот. На мелководной зоне там будет где-то около 5. В проекте все подробно можно будет посмотреть. Вот. А так смотрите все как есть, вживую. Вот, всего лишь третий день копания. По сути, два дня трудился экскаватор. Ковшик у него 1,3 куба Volvo. Очень хорошая производительность. И два грузовика. Будем вывозить довольно-таки далековато грунт. Вот, там, наверное, понадобится все-таки три грузовика. Чтобы не было простоя, вот, лучше использовать три. А на короткие дистанции два вполне нормально. Вот. На данный момент экскаватор сейчас выровнял площадку. Это мы отсыпаем в южную сторону, чтобы у нас ветра... Роза ветров самая такая распространенная с юга. Вот, и поэтому отсыпаем здесь холмик в три этажа. Сейчас у нас три ряда отсыпали грузовики. Грунт, который мы вынимаем с водоема будущего. Экскаватор все это выровнял. Сейчас подровняем боковушки. И будем сыпать в два ряда. Вот, потом он также все это выровняет. И будем сыпать в третий ряд. И получится такие терраски. И очень красиво это все оформим. Засеем, засадим, будет все здорово. Ты меня встречай, сердце не растает.